Заботливо выращенные цветы в теплицах коммунальника каждый день попадают на прилавки трех торговых точек. Маме и сестре, любимой девушке и даже невесте. Консультанты сети магазинов «Цветы» помогут угодить с букетом каждой, даже самой капризной даме. Чтобы ни одна брещанка не была обделена вниманием, а весенние праздники не ударили по мужскому карману, цены самые низкие. Чего, напротив, нельзя сказать о качестве, разнообразии и оформлении продукции. Каждому покупателю подход сугубо индивидуальный. Все заключается в том, что вкладывается любовь при выращивании наших цветов, любовь при доставке, любовь при оформлении и любовь к каждому покупателю. Поэтому все вместе, красота, любовь, общение, надежность, ответственность и заключается в нашем успехе. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, фикусы. Конечно, королева цветов, классика жанра – роза. Но тем, кто хочет проявить оригинальность, персонал предлагает особое цветочное предложение. Хит продаж – утонченная и элегантная калла. Ее форма и женственный изгиб с первого взгляда покоряет своим изяществом и благородством. А цена и вовсе удивляет. Если в среднем за нее просят 7 рублей, в магазинах сети коммунальника «Жемчужный цветок» можно приобрести всего за 2 рубля. Согласитесь, небольшая цена, особенно когда на кону восторг наших близких и дорогих. Каллы у нас от 2 рублей до 3 рублей. Розы у нас от 1,50 рубль до 4,40. Это уже самая длинная роза. Она очень красивая, огромная. Средняя есть роза и маленькие, всякие цены есть. Приятно, когда человек купил у нас цветы, а потом придет через пару дней и говорит нам: вы знаете, я еще к вам вернулся. Очень приятно, что они хорошо стоят, эти розы у вас. Очень мне нравится у вас обслуживание. Всегда вы на позитиве. Погода за окном пока, конечно, не особо радует, но в магазинах цветы уже вовсю весна. Экзотика букета, взрыв красок и форм – все это призвано впечатлить даже самых искушенных. Пройти мимо невозможно, а учитывая ценовую политику, сделать нежный такой ароматный презент захочется каждому мужчине без повода. Всегда покупаем здесь розы, цветы здесь всегда свежие, они стоят долго, у них хорошая цена, мы в восторге. Приобрести свежие букеты, комнатные растения и стильную сувенирную продукцию можно с 9 до 19.00 в трех фирменных магазинах коммунальника по адресу Мицкевича 2/10, проспект Машерова 90, Ковельская 7 в торговом павильоне, а также в цветочно-оранжерейном комплексе по тому же адресу.